какой-то ролик посмотрела, типа Пенза встречает новоприбывшие автобусы с Щебекина или Щебякина, все не забываю, это Щемекина, Щебекина, Щенякина. Ну, неважно. Короче, главное окончание. О, мне кажется, это Украина. Щенякино. Ну, если был бы какой-нибудь там Суворов, я еще могу поверить. Но Щенякино, мне кажется, что-то вы... Не знаю, зачем вы с Украины бежите. Короче, знаете, вот Пенза просто сидит и думает, как бы мне кому-то помочь. Такая богатая, сытая Пенза, да? Там у нее там все хорошо с детскими садиками, лишние места есть, да? Школа такие все новенькие, больницы новенькие. Конечно, приезжие. Ой, какая ракушка красивая. Да. Короче, знаете, Воронеж типа принимает. И, как всегда, почему Москва не отдувается? Почему Питер? Я показываю какие-то ролики. А что вы показываете Воронеж? Покажите Питер. Да так пусть Питер подкладывается под это Щебякина, Щемекина, Щенюкина. Я так думаю, Воронеж как бы... Слушай, там доходит... Сегодня вот увидел ролик, там типа Никитинская, да, ну типа центр города. Ну только вот это здание прекрасное, вот ровно через 30 градусов поворачиваешь, какое-то дерьмо стоит. И вот это дерьмо, да, где вообще крысы бегают, люди бомжуют, зарплаты нету, пенсионный возраст поднялся. Приезжают люди. Что, они счастливы их видеть, что ли? Что, если бы они были счастливы видеть, наверняка они каких-то родственников позвали, из какого-нибудь там Калача или там, не знаю, там, какого-нибудь там Павловска, Воронежской области. Там дофига людей, которые живут под Воронежем, и им нужны квартиры, детские там, не знаю, там, сады. Их никто не зовет. Никому нахуй не нужны. Родственники не могут приехать. Люди, которые вот, ну, как бы хотели бы Воронеж переехать. А тут какие-то Щебякины. Воронежские такие, да нахуй вообще приехали сюда? И пиздуйте обратно.